Китае выросли цены на нефтепродукты. Тонна бензина стала дороже на 165 юаней, тонна дизтоплива на 160. Об этом сообщили в Госкомитете по делам развития и реформ КНР. В результате средняя стоимость литра 90-го бензина станет выше на 19 сотых юаня, дизтоплива на 14 сотых. Цены поменялись впервые с 13 января. Госкомитет объявил о новом механизме ценообразования на внутреннем нефтяном рынке. Этот механизм учитывает верхние и нижние ценовые пороги на глобальном рынке углеводородов. Это значит, что если мировые цены на нефть превысят 130 долларов США за баррель, розничная стоимость нефтепродуктов в Китае не изменится, либо, возможно, незначительное повышение. В то же время она не упадет и в том случае, если мировые цены упадут ниже 40 долларов за баррель. Страна уже 6 раз откладывала корректировку цен на внутреннем рынке. Нынешняя регулировка связана с повышением стоимости нефти на мировом рынке с апреля. В среднем за баррель сейчас платят около 43 долларов. Некоторые эксперты видят связь этой тенденции с ростом китайской экономики. Спрос на китайском рынке оказывает большое влияние на стоимость нефтепродуктов. Китайская экономика в первом квартале показала высокие темпы роста. Я думаю, это хорошая новость для нефтяного рынка.